Греция отозвала своего посла из РФ, СМИ. Ранее правительство Греции решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум гражданам РФ. Греция приняла решение об отзыве своего посла Андриаса Фриганаса из Российской Федерации, сообщает Дикая Лоджитайка. Отмечается, что объявление об отзыве из России Андриас Фриганас получил в пятницу, 10 августа. На место Фриганса назначит другого посла. В то же время издание Медаты со ссылкой на источники в МИД Греции отрицает возвращение посла. По словам собеседника издания, этого решения не было. Напомним, 11 июля стало известно о решении правительства Греции выслать из страны двух российских дипломатов. Также власти страны запретили въезд в Грецию еще двум гражданам РФ. Причиной для такого решения стали многочисленные и скоординированные действия России, направленные на усиление своего влияния в Греции. Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Греции и сообщила ему о зеркальных мерах в ответ на высылку Афинами российских дипломатов. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Team Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.